Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Интервью». 5 триллионов 300 миллиардов тенге выделяется в Казахстане на реализацию программы «Нурлы жол». И благодаря этому 400 тысяч человек будут обеспечены работой. Только в этом году по программе выделено 770 миллиардов тенге. Это, к слову, полтора годовых бюджета нашей страны еще в 2001 году. То есть еще 15 лет назад вся наша страна жила на эту сумму на протяжении полутора лет. А сейчас это бюджет только одной государственной программы. Единственное, что остается сейчас исполнителям, грамотно воспользоваться этими средствами. Казалось бы, чего уж проще. Задачи в программе поставлены, деньги выделены, работы не хочу. Но и здесь не все так просто. Перед партией Нур Отан президент поставил задачу контролировать расходование этих денег. Партия проконтролировала. Результаты этой ревизии, ну, мягко говоря, не самые радужные. О проблемах реализации программы Нурлы жол в ближайшие 15 минут у нас в гостях депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Аронова. Ирина Петровна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, большое вам спасибо за то, что вы согласились сегодня принять участие в нашей программе и, разумеется, ответить на ряд имеющихся у нас к вам вопросов. В самом начале информационный основной повод сегодняшней нашей встречи я обозначил, поэтому сейчас хотелось бы, с вашего позволения, сразу непосредственно к фактам поговорить. Говорим вот об этом проведенном партийном мониторинге. Как он проводил, сколько людей в нем принимало участие, каким образом вообще проходила вот эта программа контроля и мониторинга хода реализации программы «Нурлы жол»? Ну, давайте вернемся к истокам зарождения данной программы. Она впервые была озвучена, ее разработка, по крайней мере, в 2014 году президентом страны, посланию народа Казахстана. И тогда, вы абсолютно правы, было дано поручение депутатам фракции партии Нур Отан, в целом партии Нур Отан, о мониторинге данной программы, об освоении средств и качества тех объектов, которые были изначально обозначены по строительству некоторых направлений социально-экономического развития. Речь идет здесь о строительстве дорог, о строительстве объектов водоснабжения, о строительстве инфраструктуры ЖКХ, объектов образования и поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня, на мой взгляд, на площадке партии Нур Отан состоялся очень обстоятельный разговор, предметный разговор. На мой взгляд, депутаты задали все те вопросы, которые их волновали. А вопросы эти возникли после того, как депутаты посетили регионы и воочию смогли убедиться, и как идет строительство вот тех всех объектов, которые я назвала по тем направлениям, убедиться по освоению выделенных средств, по качеству тех объектов. И, конечно же, у нас сегодня была возможность задать эти вопросы не только, скажем, представителям правительства, но и представителям исполнительной власти. Все они были на связи, все регионы. И я думаю, что нам это удалось сегодня сделать. Ну вот такую небольшую квинтэссенцию прошедшей сегодняшней встречи, те ответы, которые вы сегодня получили, мне хотелось, чтобы сегодня... постараемся, по крайней мере, озвучить сегодня здесь. Итак, одно из важных направлений, как вы сейчас сказали, это строительство создание социальной инфраструктуры, то есть строительство школ, больниц, детских садов. Поручение президента было строить эти здания типовыми. Я знаю, Министерство нацэкономики разработало такие типовые проекты школ на разное количество учащихся. Однако, тем не менее, вот сегодня на встрече партийцы, парламентарии поднимали этот вопрос и говорили, что, ну, казалось бы, одна и та же школа, а стоимость этих школ в разных регионах, она отличается практически в два раза. Да? Вот можно ли об этом конкретном примере, где находятся эти школы, да? Ну и, собственно, что ответила, что ответила исполнительная власть? Действительно, сегодня этот вопрос был задан. Речь идет о школе в Алматинской области, строительство на 600 мест, и по школе Южно-Казахстанской области, тоже на 600 мест. На строительство школы в Алматинской области было потрачено 1,6 млрд, в Южно-Казахстанской области было потрачено 800 миллионов. То есть разница ощутима. Почти в два раза можно было построить еще одну школу. Да, вопрос этот депутатами был задан, но, к сожалению, внятного ответа мы от представителей министерства не услышали. Мы еще в пятом созыве задавали эти вопросы Министерству экономики о том, что сегодня назрела необходимость о разработке типовых проектов, что, в общем-то, в конечном итоге позволит экономить бюджетные средства. Да, эти
проекты типовые были разработаны и на 300 мест, и на 600, и на 800, но другое дело, как эти типовые проекты внедряются на местах. То есть понятно, что есть различия в климатических условиях по регионам и так далее. Мы просили на этот момент обратить внимание. Но вот те области, которые я сегодня привожу в пример, они практически похожи и по климатическим условиям, и по, скажем, и по сейсмостойкости. Более того, наверное, и по цене тех стройматериалов, которые производятся на территории двух этих областей. Вопрос возникает, ну как так получается? Но, к сожалению, как я уже сказала, вразумительного ответа мы не получили. Но я хочу сказать, что наша комиссия, рабочая комиссия при фракции «Нур-Отан», которую я возглавляю, этот вопрос взяли, естественно, на контроль. Он не раз обсуждался у нас на заседаниях комиссии. Но мы теперь ждем конкретных решений по данному вопросу. Предложений уже, в принципе, не должно и быть. Угу. Надо просто действовать. От правительства. Посмотрим, какие будут приняты конкретные меры для того, чтобы активнее внедрять типовые проекты по школам. Угу. Ну, раз уж мы начали говорить по школам, еще одно такое направление относительно сроков сдачи тех самых же строящихся школ. Сегодня также об этом говорили, что достаточно часто происходит срыв этих сроков. Опять-таки, почему происходят эти сроки? Ну, казалось бы, деньги выделены, 100% всех средств по программе «Нур-Лужол» они выделены. Однако идет срыв сроков. Чем объясняют, я не знаю, строители, подрядчики, точнее, местные исполнительные органы, может быть, центральные исполнительные органы? Ну, скажу сразу, что за 2 года на строительство взамен аварийных школ и школ с трехсменным обучением было выделено из национального фонда 77,3 миллиарда тенге. Необходимо было построить вот на эти средства за эти 2 года 77 школ и 19 детских садов. На сегодня построено 30 школ и 14 детских садов. И надо сказать, 30% этих школ и детских садов были сданы в эксплуатацию с просроченными сроками. Причины здесь разные. Ну, прежде всего, это конкурсные наши процедуры. То есть не всегда, скажем, попадается тот же добросовестный подрядчик. В итоге приходится конкурс переобъявлять, а это время теряется, соответственно. Надо искать новых подрядчиков. На это тоже нужно время, там законодательством определены сроки, когда после первого конкурса необходимо проводить уже последующий конкурс. Это одна причина. Вторая причина, те ПСД, которые разработаны, скажем, заказчиками, некоторые из них, исходя из сроков их подготовки, уже по мере строительства того или иного объекта, скажем так, мягко говоря, идут на удорожание. Приходится запрашивать дополнительные средства, чтобы уже достроить этот объект. То есть изначально не была проведена ревизия, экспертиза была, но ревизия, скажем, по срокам, она, видимо, не до конца была эта работа проведена, и приходится тоже приостанавливать объекты, потому что надо дополнительно запрашивать средства на окончание строительства этих объектов. Это вторая причина. Ну и третья причина, на мой взгляд, допускается, есть такие случаи, но не по нашему направлению, по другим направлениям этой же программы, когда к тендерам допускается подрядчик, который состоял в реестре недобросовестных подрядчиков. Тоже возникает вопрос, куда смотрят исполнительные органы. То есть вопросов много, их надо решать, но проблема еще и в том, что из года в год эти проблемы повторяются. Наверное, какой-то алгоритм действий уже необходимо выработать правительству, чтобы не наступать ежегодно на одни и те же грабли. Угу. То есть об этом сегодня тоже было сказано депутатами. Это один из проблемных вопросов при строительстве не только объектов образования, но и по всем остальным направлениям программы «Нур-Лужол». Угу. То есть, скажем, предложение такое, я думаю, наверное, было озвучено, да, может быть, о проведении всех вот этих тендерных процедур заблаговременно, может быть, конечно, в этом году проводить то, что конечно, будет строиться на сайте. А вот этот ваш третий пример, который вы привели, когда подрядчик из списка недобросовестных как-то был допущен к этому, здесь, мне кажется, должны обратить на этот пример внимание не только партийцы, но и правоохранительные органы. То есть здесь нужно как-то рассматривать. Вы абсолютно правы, насколько я владею информацией, там идут сейчас судебные разбирательства по этому объекту. Вот
абсолютно с вами согласна в том плане, что, может быть, пересмотреть сроки проведения тендеров. То есть не проводить, скажем, этот тендер по следующему году в тот же год, да, а может быть, проводить его раньше. Вот, предположим, все объекты, которые запланированы, запланировано строительство на следующий год, может быть, тендера надо провести уже в этом году, чтобы не терять драгоценное время. И мы тоже об этом сегодня сказали и представителям из регионов, которые были сегодня на видеосвязи с нами, и сказали членам правительства о том, что надо менять подходы вот по всем тем проблемным вопросам, которые и искать решение этих вопросов, прежде всего, которые есть на сегодня. Лена Петровна, еще один пример, который вот сегодня я услышал, но и был, мягко говоря, удивлен. Лабораторное оборудование закупили для 11 вузов, да, если я не ошибаюсь, на 3 миллиарда тенге. Большая часть этого оборудования, она не аккредитована и не прошла по программам соответствия. Это вообще как? В рамках программы «Нурлыжол» в прошлом году на оснащение лабораторий для национальных государственных вузов выделено действительно было 3 миллиарда тенге. Оборудование закуплено. Но для того, чтобы оно работало, скажем, не только в рамках одного вуза, но цель была изначально такова, и не раз президент нашей страны говорил о том, что на экономику должна работать наука, нам нужны новые инновации, нам нужны новые технологии, нам нужны новые разработки. И вот эта цель, она подразумевает, что те научные исследования и разработки, которые сегодня есть у вузов, они должны идти уже на производство, то есть они должны продаваться, иначе говоря, да, должны быть заказчики на эти инновации, разработчики, чтобы та продукция, которая выпускается этими предприятиями нашими, прежде всего была конкурентоспособной, а мы вступили в ВТО, чтобы она была качественной. Но этого пока вот год прошел, этого не происходит. И не происходит потому, вы абсолютно правы, что аккредитация этих лабораторий не прошла. Мы этот вопрос на рабочей комиссии также рассматривали. И, конечно же, мы и задавали этот вопрос и профильному министерству. Изначально, как нам показалось, и это есть на самом деле, вопрос финансирования аккредитации не был решен изначально. Предполагалось это из ответов профильного министерства, что финансирование будет выделено на аккредитацию из республиканского бюджета. Но мы знаем, что наложен мораторий в связи с тем, что есть проблемы с бюджетом. Они были, потому что и нефть у нас упала, стоимость нефти и так далее. Поэтому, конечно же, надо было проинициировать этот вопрос Министерству образования и науки в том плане, чтобы сами вузы все-таки постарались найти решение этому вопросу. То есть вузы сидят, ждут, когда этот вопрос решит министерство, а министерство надеется на то, что вузы изыщут средства у себя, и эти средства можно найти. Речь идет о 2 до 7 миллионов на одну лабораторию. Это, скажем, небольшие средства для вузов, потому что все они занимаются и, скажем, коммерческой составляющей и так далее. И при хорошем раскладе этот вопрос давным-давно надо было решить. Но пока он остается открытым, и ни одна лаборатория на сегодняшний день, по нашим данным, по данным нашей рабочей комиссии, пока не аккредитована. Но сегодня этот вопрос тоже был задан Министерству образования и науки. Они сказали, что буквально на днях они эту проблему решат. То есть мы надеемся, что с Нового года все эти лаборатории, на которые потрачены немалые средства, более того, в этом году дополнительно выделено на оснащение лаборатории и приобретение новых вузом, этим же вузом добавлено еще помимо этих 11, еще 2 вуза медицинского направления на оснащение новыми лабораториями еще 3 миллиарда. Поэтому надо изначально решать все эти вопросы, чтобы не было, скажем, вот таких проблем в дальнейшем. А потом и не забывать о цели, для чего это оборудование было приобретено. Я уже сказала вначале, что наука должна работать на экономику. На производство. Да. Хорошо. Репетитор, к сожалению, эфирное время неумолимо. 15 минут, отведенные нам в эфире, завершены. Поэтому мне с своей стороны хочется пожелать традиционно вам в вашей работе успехов и удачи. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо и вам, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что у нас в гостях была депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Аронова.